На каникулы в Шымкент быстро, дешево и очень просто добраться вместе с авиакомпанией Flyrestan. В этом лично убедился наш корреспондент. Начиная уже с 29 августа будет запущен регулярный рейс из Павлодара. А цена билета приятно удивит. Бизнес-новости продолжат выпуск. С приходом на рынок авиаперевозок лоукостеров компании Flyrestan добраться в любую точку Казахстана с выгодой для семейного бюджета уже не проблема. С 29 августа будет запущен прямой рейс в невероятно красивый, окутанный тайнами город Шымкент, где туристов обещают встретить с особым размахом. Уникальные там растения, которые нигде больше нету, это по крупицам со всех уголков земли собирали туда, значит, растения. Есть на что посмотреть. Опять-таки, вот мы удобство, то, что Туркестан рядом, то, что Ташкент рядом, то, что у нас город дешевый, у нас город восточный, с восточным колоритом. Там десятки, сотни видов шашлыка, самсы, плова. Туристическое значение Шымкента велико. Это крупный город с развитой инфраструктурой, транспортный узел, соединяющий мегаполисы Центральной Азии, Ташкент, Бишкек, а также Северный Казахстан. Здесь расположены 109 гостиниц, 10 парков, 7 музеев, 25 социально-культурных объектов, 5 театров, 18 аквапарков и 6 природных водоемов. В компании Flyrestan уверены, это направление станет самым популярным. Показатели у нас достаточно высокие. Количество проданных билетов 1 600 000. О чем это говорит? О том, что вот эти 200 тысяч пассажиров – это те, кто купил билеты заранее. То есть это нужно учитывать, что люди заблаговременно планируют свои перелеты. И в данный момент открыта продажа до 27 марта 2021 года. Ежегодно растет число туристов, посещающих Шымкент. Например, в 2019 их было 185 тысяч человек. Посмотреть здесь действительно есть на что. Это невероятно величественная архитектура, а главное – святыни. Передать всю атмосферу просто невозможно. Сюда приезжает очень много паломников. Ежедневно более 100 групп. Начинается паломнический путь посещения могил родителей святого Хаджи Ахмеда Ясауи. Затем с Сайрама едут на северо-запад, где посещается мавзолей другого мусульманского проповедника Арыстан Баба. Шымкент в ближайшее время вполне может стать опорным туристическим центром всего южного региона Казахстана. Так что посетить этот город значит обогатиться духовно, говорят местные жители. Артем Буланов, Касымхан Алдашев, Серик Онакбаев, телекомпания «Ирбис».